Докторам удобно, пациентам тоже. В селе Кипрей появился новый фельдшерско-акушерский пункт. Главная его особенность заключается в мобильности – ФАП передвижной. В нем есть аппарат для измерения давления, оборудование для экспресс-анализов и даже гинекологическое кресло. Специалисты участковой больницы 3 раза в неделю выезжают к сельчанам, чтобы проконсультировать или провести диагностику. Здесь ведется прием доврачебный, оказывается неотложная медицинская помощь, если она необходима. Определяются анализы экспресс-методом, там на холестерин, на сахар и на гемоглобин. Фельдшер Наталья Хроменкова несколько раз в неделю навещает жителей Кипрея. По словам опытного медработника, условия в ФАПе хорошие. Наталья призналась, что этот пункт даже и не идет в сравнении с предыдущим местом работы. Здесь новое оборудование, здесь тепло самое главное. У нас в старом ФАПе же штукатурка на голову сыпалась нам. Вот подметешь, придешь утром, приходишь, подметешь, начинаешь больных принимать. То воды нету, прорвется где-нибудь, надо на колонку за водой идти, а идти очень далеко было ходить. Вот приезжаю я, например, зимой, когда на автобусе, сначала снег расчищу, потом пушку включу. В Кипрее проживает 160 человек, большинство из них пенсионеры. Разумеется, ходить в больницу могут не все, поэтому ФАП на колесах оказался для них спасением. Ну, давление вот у меня, то когда вот ноги опухали, у меня тут делал укол, помогал, спасибо ей, дай Бог ей здоровья. Молодец. И сейчас сегодня едет, мы обрадовались, что она едет. Это не единственный передвижной медпункт в Ульяновской области. Аналогичный есть в Базарном Сызгане. Напомним, обеспечение ФАПами входит в реализацию национального проекта здравоохранения. Виктория Чиркова, Юрий Конихин, новости Управды ТВ.